Сегодня у нас небольшая такая распаковка, очень мизерная. Это так называемая канистра для воды. Почему так называемая? Реально канистра, но она такого вида. Ссылку дам в описании, как обычно. Целлофановая. Стоила она, надо сказать, так не то чтобы дешево, но если пищевой пластик, он не может стоить копейки. Не может это стоить 20 рублей, например. Вот такая штука на 5 литров. Вот на первый взгляд, да и не скажешь, что тут 5 литров в нее может поместиться. Вот я ее наполнил. Тут действительно 5 литров. Я развесил так, как эквивалент 1 к 1, литром равен килограмму воды. Взвесил, реально 5 литров получилось. Кстати, что могу сказать, ничем не пахло. Это, честно говоря, у меня их 2. Вот. Вообще никакого нет запаха. Ни снутри, ни снаружи. Уже завтра пойду. Вот за крещенской водой как раз самое то есть и по 5 литров. 10 литров. Емкость хорошая, имею в виду, что везде поместится. Плюс она такая еще. Текучая. Как ее положишь, так она и лежит. Вот. Вот рекомендую вот эту вещь. Ссылка будет в описании. Такая у меня микрораспаковка сегодняшняя. Давно я получил, уже где-то, наверное, в октябре. Но не было смысла ее распаковывать, так как надо все-таки показать, как это в деле выглядит. Так как я хотел еще ее распаковать, когда поеду на какой-нибудь источник. До источника, до источника мне как-то руки не доходят. Поэтому вспомнил про эти штуки, когда подумал пойти за водой, до крещенской воды. Вот такое у меня сегодня видео.